Физкульт, привет, друзья и ученики! Я подготовил для вас серию роликов с ответами на ваши вопросы, которые вы присылаете мне в Инстаграм, в прямой эфир в Инстаграм, в Контакт, в личку и оставляете на сайте, а также на моем YouTube-канале Heavy Metal Gym. Это будут ответы на такие вопросы, как не растет ягодичная мышца, а квадрицепсы растут. Что делать? Стоит ли отказаться от приседаний? Нужно ли принимать креатин на курсе стероидов? Что делать и как быть, если нет станка гиперэкстензий ни в тренажерном зале, ни дома? Обсудим метод ежедневных приседаний. Есть ли такой метод? И если есть, то как грамотно его применять? И многое-многое другое. Оставайтесь с нами, а пока смотрите и наслаждайтесь немножечко мотивацией от Heavy Metal Gym. А также не забывайте, что конкурс на название моей новой книги о женском тренинге, исключительно о женском тренинге, еще в силе. Жду ваши варианты названия. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек. Нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм.